В общем, сегодня у нас 3 августа 2018 года. Я вот в моем мейлинге загружаю мое видео, которое я сегодня уже сняла. 15 часов 58 минут. Обратите внимание, все мигает. Замигало. Обратите внимание, как мигает у меня компьютер. Видео я загружаю. Вот. А так я готовлю себе завтрак. Готовлю себе завтрак в моем мейлинге. Петергоф, Менделеевская, дом 1, литера М. Дом 9В, Эрик 24. Татьяна Салмановна, Мактум Сейфуддин. Это я. Это я. Я в моем мейлинге. Видео мигает. Мигает. Такое все мигающее. Вот. Все мигающее. То, что надо было, конечно, сразу на флешку. На компьютер, потом на флешку, уже с флешки. А так, конечно, эти возражающие возражают. Возражающие возражают. В общем, тирольский пирог сейчас буду еще кушать. Бутерброд с сыром, тирольский пирог. Вот такие бы дела. Что тут еще такого интересного? Так что вот, мигает, мигает. Видео всего тут сколько минута? Полторы минуты. Вот. А так мигает. Матильдочка еще с ночи пошла гулять. Попросилась, прыгнула на ручку. Прыгнула на ручку, чтобы выпустить ее. Выпустить на самом деле. Ну, выпустила я ее. Думаю, раз она вот прыгает, наверное, ее надо выпустить все-таки. Вот. Так что выпустила. В общем, кофе. Кофе с молоком. Кофе с молоком у меня, ой, мигает. Сейчас это бутерброд сделаю. Бутерброд с сыром сплавленным. Вот, так что вот такие вот дела. Так видео у меня загружалось очень давно. Ну, как давно? Вот с 3 утра и встала я вот сюда, спустилась в 3 часа дня. Вот, то есть вот оно загружалось у меня сколько. И даже не совсем загрузилась. Вот. Так что вот такие вот дела. Так что вот. А так я разбираю мою одежду. Мою одежду на 3 этаже. Ну, я вам выкладываю эти видео. Это моя одежда. Я вешу ее на вешалке. Вот я ее ношу. Это моя одежда. Вот. Вся одежда, в которой вы меня видите, вообще все вещи практически мои. Ну, здесь кресло, которое Матильдочке, как говорится, вот, там, кресло Линкольна Матильдочка у меня выпросила, моя кошка Фелиса де Басси, ее кресло там на 4 этаже, ну, и немножко одежды еще Матильдочкиной. А так мы отдали ту одежду Василию Валерьяновичу, вот. Вот это моя одежда, которую я покупала за свой счет и так далее. А так, ну, может быть, что-то здесь. Нет, в принципе, так все, это все мои вещи, моя мебель, мои вещи, все, что вы видите, это все мое. Так же, как и мой эллинг, 4 этажа, и все мое. И посуда, и лампы, и картины, это все мое, это все моя собственность. Что имейте в виду, также одежда. Вот я там разбираю одежду, там, это все мое, и шляпы, и одежда, и шубы, и летние, и зимние, и платья. Это моя большая коллекция одежды, которую я разбираю. Вот. Так что имейте это в виду. Татьяна Салмановна, Мактум Сейфуддин. Это я. Вот. Так что вот. И вот эти вещи. Это тоже все вещи мои. Имейте это в виду. Вот. Имейте в виду, что я снимаю эти книжки мои, все, и компьютеры. Я снимаю в своей одежде. Это моя одежда, мои платья, моя одежда. Так что вот. Так что вот такие вот дела. Такие вот дела, мой завтрак. Так что вот. Сейчас еще губы накрашу. Это кофточка шикардос.
Так что вот, снимаюсь моей одежды, мои тарелки. Я наоборот, то есть, знаете, что-то такое посчитаю, что разбираю одежду, думаю, вот куплю себе там новые платья и так далее, как говорится. Ну и разбираю, и часть, сколько я уже отдала, сколько отдала уже моей одежды. Вот. Ну и здесь тоже разберу. Разберу, и часть одежды отдам. Вот. Но это не значит, что нужно там говорить, что я там кому-то что-то обещала. Знаете, я никому ничего не обещаю. Никому ничего не обещаю. И вам я вряд ли что там отдам. Вы понимаете, да? А когда я говорю, что я отдам, это вот Василию Владимировичу. У нас в платьях, как там еще, у меня платье, знаете, у меня на комендантском, я все думала, вот это у меня рыжее, вот это платье есть, вот оно осталось. Я, короче говоря, я покупала там на комендантском вот такая, достаточно так, ну, много, да, у меня там тоже много платьев было. Вот, было у меня так, там, 5, 6, 8 платьев, которые я как-то вместе купила, вот с этим, с рыжим. Короче, лежали они там в одном пакете, ну, там, может быть, в двух, потом они пропали, что им хочу сказать? Потом я подумала, что, возможно, они появятся, или, возможно, мне их вернут, между прочим, так же, как и сумка у меня там пропала, из этого, из змеи, из настоящей. В общем, короче говоря, вот эти платья, ну, знаете, в этих платьях, потом я так посмотрела, вы знаете, в этих платьях эти, ой, опера ходят, короче, я не знаю, я, в общем, не знаю, короче, я, честно говоря, по тем временам как-то удивилась, но не очень, короче, вот видео загрузилось. Короче, вот эти полицейские ходят в моих платьях. Вообще, прекратите ходить в моих платьях. Знаете, уже заколебали. Отдайте мне те платья. Вот. Имейте это в виду. Вот, видео загрузилось. Сейчас там этот, как там, мужик с собакой, на улице отдыхающий. Вот это вот видео. Сейчас нажимаю загрузить. Так, это мой вот этот вот алмаз. Вот мой алмаз эксклюзивный, делала здесь, делаю фотографию.